Православные отметили один из главных церковных праздников – Рождество Христово. В Десногорске божественная литургия прошла в Богородице-Скорбященском кафедральном соборе в ночь 6 на 7 января. Ее провел епископ Рославский и Десногорский Милетий. Богослужебные песнопения исполнил соборный хор. Наши Иоанна, епископа Александра Градского, все святые, помилуй и спаси, во всех благо человека любви. За богослужением также было зачитано рождественское послание святейшего патриарха Московского и всея Руси. В окончании литургии владыка Милетий обратился к верующим. Он поздравил всех с Рождеством и подарил прихожанам угощения по случаю праздника, а также еще раз напомнил, как важно в это непростое время проявлять милосердие, заботу и любовь к ближним. Я всех вас сердечно поздравляю с праздником. Дай Бог, чтобы мы смогли с вами всеми порадоваться этому празднику. Дай Бог, чтобы все вы, все мы были здоровы, чтобы зараза не посещала нас и скорбь не посещала ни нашего сердца, ни нашей души. С наступлением Рождества началось время святок. В течение 12 дней принято славить Христа, делиться добром, совершая дела милосердия. Рождественский период завершается празднованием крещения 19 января.